Ищут веселящий газ не забавы ради. Сотрудники Роспотребнадзора по республике начали принимать сообщения от татарстанцев о местах продажи опасного вещества. Полезной будет информация и об интернет-ресурсах, что предлагают закись азота под разными названиями – воздух Ибицы или кислородные шарики. Напомню, в последнее время губительную смесь молодые люди употребляют в качестве дурмана. Розничная продажа химиката запрещена. Препарат при бесконтрольном употреблении может привести к психическим нарушениям и даже к летальному исходу.